Здравствуйте! Вы смотрите новости Курган.ру, в студии Дарья Федерягина. Глава Зауралья Алексей Кокорин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Подробности смотрите в сюжете. В понедельник, 25 августа, Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Алексеем Кокориным. Основными темами доклада главы региона стали текущее состояние дел в сельском хозяйстве, результаты работы по привлечению инвестиций, ситуация с тарифами. Глава региона начал доклад с уборки урожая. Сейчас идет три основных направления. Мы видим для себя. Первое – это уборка урожая. У нас подошли урожай по зимам, то есть зимняя пшеница и рожь. 90% мы уже собрали, урожайность очень хорошая, где-то в среднем около 30 центнеров для нашего региона. Это очень хорошее, в прошлом году где-то около 25 центнеров было. Но погодные условия немножко нам помешали. Почему? Потому что у нас практически месяц, и везде засуха идет, у нас практически месяц. Дожди, но сейчас погода установилась, и каждый погожий день практически мы вот используем для того, чтобы вовремя убрать. Все равно больше, чем в прошлом году. Да, конечно. То есть рожь нормально подошла, просто мы боялись, что она уже перезреет и начнет прорастать. Но 90% уже собрали, то есть крупное хозяйство уже практически обновить закончили. Сейчас, если погода установится, то в этом году у нас урожай и по яровым будет очень хороший. Кроме прошлого года, где-то мы около 500 тысяч тонн перерастем. То есть в прошлом году 1 100 000 было, то в этом году ожидается где-то 1 500 000 – 1 600 000. То есть урожай очень хороший. Также Алексей Кокорин добавил, что упор в области делается на развитие животноводства. Первичная обработка, небольшие мельницы, мелькомбинаты, кормовые заводы для того, чтобы начинать возрождать животноводство. Животноводство – это круглогодичный цикл занятости населения, то есть это... И тем самым вот это фуражное зерно мы для собственных нужд постараемся в большей мере использовать на будущий год по привлечению инвестиций. Планируем строительство 3 крупных животноводческих комплексов, ну как крупных, на 1200 голов. По теме привлечения инвестиций глава региона отметил, что в настоящее время на территории области ведется строительство 3 индустриальных парков, 2 в Кургане, 1 в Шадринске. При этом Алексей Кокорин упомянул проблемы тарифной политики. По его словам, анализ ситуации показывает, что в регионе стоимость энергоресурсов выше, чем в соседних субъектах Уральского федерального округа, что является одним из сдерживающих факторов на пути инвесторов. Но эта деятельность в области продолжается. Провели 5-й инвестиционный форум в Шадринске. У нас приехали китайские представители ШОС, делового клуба. Значит, 10 инвестиционных проектов отобрали. Они намерены ряд инвестиционных проектов крупных таких проинвестировать. Это и животноводческие комплексы строительства, есть у них заинтересованность. Это и завод по выпуску материалов для ремонта инфраструктуры, прежде всего лично-коммунального комплекса, для нас это очень актуально. То есть вот ряд направлений, ну и сборка по дорожной технике, там их, по их технологиям. Ну, несколько инвестиционных проектов мы обговорили, нам это интересно. Более того, совсем недавно вот у нас состоялась встреча, и на один из заводов, они в экспериментальном варианте, на Шадринский телефонный завод, уже зашли по производству экранов и светодиодных современных ламп на ВВЦ. На выставке через месяц они уже эту продукцию будут рекламировать под маркой Шадринского телефонного завода. Руководитель области рассказал и о перспективах, а именно о проекте создания международного транспортно-логистического центра в рамках государственно-частного партнерства, который выгодно находится в силу своего экономико-географического расположения и даст новые рабочие места за Уралью. По итогам встречи Владимир Путин поддержал идею создания центра и дал поручение правительству проработать этот и другие вопросы. Василий Малухин, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру». В Зауралье продолжает работу горячая телефонная линия правительства области. 27 августа звонки примет директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Нияз Юсупов с 16 до 17 часов по телефону 42-91-91. Он готов ответить на вопросы по теме организации проведения капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах.
Ремонтная кампания продолжается. В селе Китово строители закончили замену большей части дорожного полотна. По еще горячему асфальту прошел Константин Пчаков. Кто хоть раз проезжал по этому участку, а эта дорога идет в сторону налоговой инспекции, знает, в каком состоянии было дорожное полотно. Как говорят местные жители, проезжую часть с ямой на яме полотном назвать язык не поворачивался. 20 с лишним лет вообще не притрагивался к дорогам. Эти дороги стоят уже 35-40 лет. Мы скрываем, там уже до такой степени щебень выработался. Практически голый асфальт стоит, уже ямы одни. Щебня ноль. Уже все там изработалось. Всего в 2014 году будет положено порядка 12 тысяч квадратных метров. Это расширение проезжих частей, новые тротуары, бордюры. Объемы по укладке дорожного покрытия в районном центре с каждым годом увеличиваются. Проживает здесь порядка 10 тысяч человек. Это все-таки большая цифра. И я думаю, люди заслужили того, чтобы они жили комфортно, достойно, потому что все-таки это 21 век. И, как мы видим, с применением новых технологий мы потихонечку к этому идем. Часть улиц была отремонтирована ко дню села. В основном это центр Китово. Сегодня завершается укладка асфальта на космонавтов. В общей сложности на ремонт дорог в селе выделено 20 миллионов рублей. Оценить качество нового полотна можно будет уже на этой неделе. Константин Пчаков, Александр Киселев, Светлана Пестерева. Информационное агентство «Курган.ру». Доходы бюджета Курганской области за 6 месяцев составили более 14 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, собственные доходы увеличились более чем на 386 миллионов и составили почти 7 миллиардов рублей. Финансовое управление области отчиталось по итогам работы в первом полугодии. По словам заместителя губернатора региона, начальника финансового управления Елены Перминовой, основная часть собственных доходов обеспечена подоходным налогом физических лиц. Это 2,5 миллиарда рублей. Рост к уровню прошлого года составил 16,9%. Налог на прибыль организаций принес в бюджет 1,7 миллиарда рублей. Его доля выросла на 18,5%. В настоящее время ситуация с исполнением областного бюджета складывается чрезвычайно напряженно. И основной проблемой исполнения является сохраняющийся высокий уровень социально значимых расходов. Это 45%. Несмотря на это, ограниченность бюджетных средств и итоги за первое полугодие 2014 года говорят о том, что нам пока удается решать многие поставленные задачи. За прошедшие полгода расходы областного бюджета составили более 15 миллиардов рублей. Больше всего было потрачено на образование – 4,3 миллиарда рублей. На социальную политику направлено 3,4 миллиарда рублей, здравоохранение – почти 3 миллиарда рублей. На физическую культуру и спорт выделено 86,6 миллионов рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году за этот же период. Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований за первое полугодие 2014 года составило почти 6 миллионов рублей. Михаил Белокрылов, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Городские отделы судебных приставов переехали в новое здание. Сразу 5 структурных подразделений сменили свой адрес. Теперь они расположены по адресу город Курган, улица Дзержинского, 54А. В распоряжении сотрудников новое здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Около года в здании велись ремонтные работы и техническое оснащение кабинетов. Несмотря на переезд, график приема граждан не изменился. Решить проблемные вопросы в личной беседе курганцы могут по вторникам с 9 утра до 3 часов дня и по четвергам с 2 дня до 6 часов вечера. В Кургане решают вопросы профессиональной ориентации молодого поколения. Инициатором проведения круглого стола на эту тему выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта. В обсуждении острых вопросов принял участие и депутат Государственной Думы РФ, всемирно известный боксер Николай Валуев. Сегодня в нашем регионе 24 предприятия являются базовыми в системе профессионального образования. Студенты вузов и среднеспециальных учебных заведений проходят там производственную практику, овладевают основными навыками будущей профессии. Специалисты считают, что чем раньше ребенок будет вовлечен в данную работу, тем быстрее он сможет самоопределиться в соответствии со своими возможностями, способностями и учетом рынка труда. Самоопределение школьников в выборе профессии происходит не одномоментно. Влияние на выбор ребенка оказывает как окружающая среда, друзья, родители, школа, причем именно в этом порядке, так и внутренние составляющие. Это собственный опыт,
Ребенок никогда не выберет совершенно неизвестное ему направление. Это склонности, интересы, которые мы с вами, взрослые, развиваем в детях. «Каникулы на производстве» – программу с таким названием участники «Круглого стола» предложили ввести уже в этом году в период осенних каникул. 5 дней подряд со школьниками будут проводить экскурсии на различных производственных предприятиях области, где подростков познакомят с основами работы. Цель данного мероприятия – вызвать у школьников интерес к рабочим профессиям, дать понять, что специальность сварщика или обвальщика мяса ничуть не хуже профессии менеджера или юриста. С этим согласился и депутат Госдумы Николай Валуев. У нас сегодня действительно мало специалистов, особенно молодых специалистов. И зачастую между предприятиями, фирмами, большими, малыми, существует целая гонка и конкуренция за серьезных специалистов, которые, ну, инженеров тех же самых, строителей, только толковых, я не говорю о гастарбайтерах, которые кроме бетона и то плохо, месить больше ничего не умеют или носить чего. Представители Главного управления образования настаивают на более научном подходе к проблеме профориентации школьников. Они предлагают провести психологическое тестирование ребят на предмет их склонности к тому или иному виду труда, а исходя из результатов, формировать группы школьников на предприятия. По мнению сопредседателя областного отделения Общероссийского народного фронта Александра Губина, это очень сложная работа, которую нужно начинать с раннего детства и прежде всего с семьи. Профориентацию лучше даже, наверное, не со школы начинать, а с детского сада. Это наше будущее. И, соответственно, мы говорим о стабильном Заурале и о стабильной России только тогда, когда у нас есть действительно дети, которые понимают, как развивать страну. В дальнейшем будут занимать хорошие рабочие места, станут профессионалами. По итогам круглого стола руководители зауральских предприятий и директора школ договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Уже в ближайшее время идеи, озвученные в ходе обсуждения, начнут притворять в жизнь. Михаил Белокрылов, Александр Киселев, Вячеслав Шевчук. Информационное агентство «Курган.ру». В Кургане на перекрестке улиц Родионова и Зорге установили светофор. Теперь пешеходы и автомобилисты будут знать, когда остановиться, а когда продолжить движение. Днем 26 августа бригада дорожных рабочих установила новый электронный регулировщик в Кургане. Специалисты считают, что светофор в этом месте давно необходим. Разглядеть перекресток, чтобы проезжать было свободней, беспрепятственно. И пешеходы, чтобы спокойно дорогу переходили. Курганцы говорят, теперь здесь станет безопаснее. Хорошо, что установили. Ну что сказать, молодцы. Удобно будет ходить, а то так лазили. Совершенно замечательно, что установили абсолютно неудобный перекресток. Хорошо, что сделали. Дорожные рабочие сообщили, что в ближайшие дни будут установлены светофоры на улице Советская и улице Ленина. Марина Богатырева, Елена Валиева, Глеб Печорских. Информационное агентство «Курган.ру». Живем, творим, радуем. Под таким девизом в минувшие выходные Курган встретил свой 335-й день рождения. Глава города Павел Кожевников поздравил жителей и вручил удостоверение и специальный знак почетным гражданам. Гостями церемонии открытия праздника Дня города стали делегации Союза российских городов и Ассоциации города Урала, города Петропавловска, Республики Казахстан, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других городов России. Глава города Павел Кожевников подчеркнул, что Курган сейчас только в начале своего пути. Он будет расти вместе с современной молодежью, с теми, кто делает первые шаги в жизни. И город всегда открыт для новых проектов и талантливых людей. Я уверен, что с помощью горожан, с их желанием, с энергией, с их потенциалом мы сделаем город лучшим городом и на земле, наверное, и в России в том же числе. Так что я желаю, чтобы каждый сегодня курганец почувствовал себя счастливым. Ну а желаю каждой курганской земле здоровья, благополучия и удачи. Особую благодарность Павел Кожевников выразил деятелям культуры и искусства. Он вручил курганцам, внесшим значительный вклад в развитие города, удостоверение почетных граждан. В 2014 году это звание за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Кургана и активную общественную деятельность присвоено двум курганцам. Ими стали доктор технических наук, профессор кафедры теоретической механики и сопротивления материалов Курганского государственного университета Валерий Бубнов и ветеран труда, заслуженный машиностроитель РСФСР Альфина Колесова.
Свидетельство о занесении в галерею почета «Курган и гордость города» в этом году получили 13 горожан. Среди них учителя, бизнесмены, рабочие и общественные деятели. Галерея «Курган и гордость города» была учреждена в 2000 году. За весь период ее существования в галерею были занесены 248 жителей областного центра. Михаил Белокрылов, Александр Менщиков, Светлана Пестерева. Информационное агентство «Курган.ру». В преддверии 1 сентября школьники из многодетных семей получили подарки в общественной приемной председателя правительства Дмитрия Медведева. Поздравил ребят зауральский сенатор Олег Пантелеев. Подробности смотрите в сюжете. Цветная бумага. Так, а что с ней делают? Не знаю. В первом классе Витя Меделевский обязательно узнает, что можно сделать из цветной бумаги. 1 сентября он идет в школу в первый раз. Еще 5 его братьев и сестер получили подарки к началу нового учебного года из рук зауральского сенатора Олега Пантелеева. Мы должны всем обществом, все вместе оказывать помощь, поддерживать, потому что на самом деле это наши общие дети. И мы всей страной, все вместе должны нести за них ответственность. 5 многодетных семей уже обращались за помощью в региональную приемную председателя правительства России Дмитрия Медведева. Собрать одного ребенка к школе не так уж и просто, а тем более, когда их 6. В этот раз ребята получили полный набор канцелярских товаров. 3-й год нам помогают канцтоварами. Портфель нам в прошлом году первокласснику подарили. Мы очень довольны, что нам помогают. Подсказали нам в службе семьи, что тут такую помощь оказывают. Марина Богатырева, Никита Мухин, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру». Путешествие из Казахстана в Россию. В Кургане побывали участники международного автопробега среди инвалидов-колясочников из города Кустанай. Автопробег проходит под девизом «Будущее без барьеров». 20 участников на автомобилях с ручным управлением прибыли в Заурале из Кустаная. Курган стал первым городом, в котором побывала делегация. Участники пробега решили посетить одну из достойнейших достопримечательностей нашего города – Центр восстановительной травматологии и ортопедии имени Елизарова. Эти ребята воспитывают семьи, работают, вносят свой вклад и создают ту окружающую безбарьерную среду, показывают, насколько это важно для других людей, особенно для тех, которые еще на сегодняшний день не активизировались и по каким-то причинам остаются один на один со своими бедами в своих 4 стенах. Начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Вера Демина рассказала гостям, в Курганской области делается многое, чтобы жизнь людей с ограниченными возможностями стала лучше. У нас также действует, реализуется государственная программа «Доступная среда для инвалидов». В рамках этой программы проводится значительно, очень большое количество мероприятий. Это информационного плана, организация различных спортивных, культурных мероприятий. И, конечно, основной блок, и вот в текущем году внесены изменения в данную программу, этот блок касается вопросов обеспечения доступности приоритетных объектов социальной сферы для инвалидов. Участник пробега Фанил Каримов специально приехал из Башкирии в Кустанай для того, чтобы поучаствовать в путешествии. У себя на родине Фанил – руководитель предприятия. Принимает на работу только людей с ограниченными возможностями. 3 года назад тоже позвали, было мне по семейным, по работе, я не смог выехать. Это по Казахстану это был автопробег, я не смог выехать. Но на этот раз моя мечта сбылась, что я вот участник этого мероприятия большого, которое объединяет Казахстан и Россию. Следующим городом, в который приедут активисты из Кустаная, станет Тюмень. Затем они отправятся в Екатеринбург, Челябинск и Троицк. Елена Валиева, Александр Менщиков, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру». 23 августа в Центральном парке города на территории пляжных видов спорта прошли соревнования по волейболу. За противостоянием команд наблюдала и наша съемочная группа. В честь 335-летней годовщины города Кургана в Центральном парке прошли соревнования по пляжному волейболу. Команды подошли в хорошей форме и настроены только на победу. Пляжный волейбол стал традиционным мероприятием, проводимым на территории Центрального парка. В нем приняли участие не только игроки Курганской области, но и соседних регионов. Упорная борьба и воля к победе преподнесла зрителям интересную и по-настоящему серьезную игру. Так Владислав Наумов, приехавший из Тюмени, поделился своим впечатлением. Рад, что приехал в Курган на День города поучаствовать в турнире. Ну, в принципе, доволен. Хотелось лучшего, но не получилось. Будем стараться на следующий год.
Этот вид спорта с каждым годом все больше и больше привлекает детей и взрослых. Понятно почему. Прийти на песчаную арену, взять мяч и провести время на свежем воздухе – одно удовольствие. Турнир радует. Много команд иногородних, хотя город, день города Кургана, приехали ребята из Шадринска. 4 команды приехали из Мишкина. Есть жители города Кургана, бывшие, если так можно сказать. То есть народ разномассовый. Настроение веселое, дружественная обстановка. Ну, пришли поиграть в пляжный волейбол. Можно отметить, что при любом исходе матча игроки получают позитивный настрой и жизнерадостно поздравляют соперников. Александр Мироненко, Никита Мухин, информационное агентство «Курган.ру». Игры 11-го чемпионата Курганской области по дворовому футболу традиционно привлекли большое внимание. Кто посетил турнир, узнаете из сюжета. Игры 11-го чемпионата Курганской области по дворовому футболу традиционно привлекли большое внимание. Финальные игры в День города посетил временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Алексей Кокорин. Он поприветствовал юных футболистов. Это очень заинтересованные ребятишки. Они смысл своей нынешней жизни видят именно занятием футбола. И пусть пока они занимаются не совсем профессионально, я убежден, что из многих вот этих ребят в перспективе вырастут именно профессиональные спортсмены. Конечно, если у них будет желание. Но для того, чтобы все это случилось, нужно поддерживать вот все эти добрые начинания. Нужно строить как можно больше в Курганской области спортивных площадок. За игрой внимательно следил и начальник областного управления физической культуры Александр Васильев. В любом дворе должны быть созданы условия для того, чтобы ребята могли по месту жительства заниматься физкультурой. Когда ребята, создавая команду, будь то футбольная или хоккейная, или какая-то другая, ходят, занимаются регулярно, конечно, у них должна быть возможность помериться силами с точно с такими же другими командами, как и они. Поэтому то, что общественное движение «Весна» уже больше 10 лет проводит такой замечательный турнир, ну, наверное, нужно сказать огромное спасибо. Организаторов чемпионата «Общественное движение «Весна»» горячо поддержал депутат областной думы Евгений Кофеев. Он отметил, что это реальная альтернатива для детей в борьбе с интернет-привязанностью, а также воспитание у ребенка волевых качеств. Когда дети могут выйти и поиграть, это самое главное, на мой взгляд. А будет ли он спортсменом большим или не будет, наверное, не есть самое главное в жизни. Главное, что он сможет добиться успехов, он почувствует, может быть, горечь поражений и радость побед, что обязательно пригодится в жизни. Я уверен, что это просто хорошая школа, которая пригодится каждому нашему ребенку. В свою очередь, организаторы турнира рассказали о будущем чемпионата и поблагодарили всех, благодаря кому этот турнир состоялся. Мы его устраиваем 11-й год, вот он снова подходит к концу, масса довольных игроков, буря эмоций. Я надеюсь, что на следующий год чемпионат пройдет также замечательно, команд будет еще больше. Малыши, которые сейчас играют, подрастут и покажут еще больше и лучший класс игры. Однозначно, это однозначно маленькие, но уже футболисты. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто участвовал и всем, кто помогал в организации турнира. Василий Малухин, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Рубрика «Мобильные новости» пользуется большой популярностью у читателей нашего сайта. Мы продолжаем награждать авторов видео, получивших наибольшее количество просмотров за месяц. Почти 1000 просмотров собрал захватывающий ролик читателя нашего сайта Николая Прохорова. Действие разворачивается на проспекте Голикова. Водитель ВАЗа 14-й модели невозмутимо пересекает автодорогу в неположенном месте. И не обращая внимания на несущиеся на большой скорости автомобили, пересекает разделительный газон и чуть не врезается в машину автора видео. Николаю Прохорову избежать несчастного случая помогла только хорошая реакция. В нашу рубрику попадает множество любительских сюжетов телезрителей. Каждый месяц по рейтингу просмотров определяется победитель. В этот раз партнер рубрики СТО «ГАЗ» наградил автора ролика «Выехал на встречку» ценным подарком. Николай Николаевич, мы вас поздравляем. Вы стали победителем проекта «Мобильные новости». И мы вручаем вам сертификат на бесплатную комплексную мойку автомобиля или бесплатную замену масла двигателя на нашем предприятии СТО «ГАЗ». СТО «ГАЗ» приглашает всех курганских автовладельцев на обслуживание и ремонт двигателя, коробки передач, ходовой части, электро- и газооборудования автомобилей. На предприятии имеется крупный сварочный участок, где производится восстановление рам автомобилей и изготовление автофургонов. Для качественного и быстрого ремонта автомобилей мы располагаем большими производственными площадями, новым современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Все услуги у нас сертифицированы. СТО «ГАЗ» работает по наличному и безналичному расчету.
Участвуйте в проекте «Мобильные новости» и получайте призы. Это все новости на сегодня. Всего доброго. Продажа участков в коттеджном поселке Ладный. 28 тысяч рублей за сотку. Электричество, газ и дорога. Рассрочка. Телефон 55 15 05. Скидка 40% на часы Ника в ювелирном салоне «Александрит». Улица Гоголя, 53. Уральский институт экономики, управления и права продолжает прием на заочную форму обучения и второе высшее. Телефон 630-210. «Уралавтохолдинг» отмечает 10 лет и объявляет юбилейный август. До конца месяца всем посетителям подарки. Приезжай на Конституции 35. На днях сходила в Метрополис я за мылом. На полке Теле7 лежит, мой милый. Ищите Теле7 в продаже каждую среду в сети магазинов Метрополис, Магнит, Монетка. Крепкая недвижимость из надежных рук от строительной компании «Баскаль». Квартиры от 34 тысяч за квадратный метр. Звоните 640-200. Сентября поделись своими впечатлениями в разделе «Школа» на сайте Курган.ру и получи приз. Конкурс «Как я провел лето» в самом разгаре. Хорошо провел лето? Получай призы за это. Партнер проекта «Школа иностранных языков ОКей». Телефон 55 60 24. Фестиваль природы «Первозданная Россия». Фотографии, фильмы, народное творчество, детские мероприятия. Областной культурно-выставочный центр с 22 августа по 15 октября. Улица Гоголя, 30. Лето – прекрасное время. Прекрасное время для покупки квартиры с компанией «БК Недвижимость». Огромный выбор квартир по максимально выгодным ценам. «БК Недвижимость». Лето радует. Отопительный сезон окончен. Самое время для сервисного обслуживания вашего газового котла. Горгазсервис. 22-74-04. Насекомые не дают покоя? Представляем москитную сетку для дверных проемов. Сетка на магнитах обеспечивает надежную защиту от всех видов насекомых. Преимущества: простой и быстрый монтаж, удобство в эксплуатации, свободный доступ в помещение для домашних животных. Всего за 749 рублей одна сетка или две москитные сетки за 1299 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Ее можно не только увидеть, но и жить в ней. Сделай свою жизнь ярче. Жилой комплекс «Радуга». Телефон отдела продаж 550029. Я тоже хочу жить в «Радуге». Специалисты медицинского центра здоровья приглашают курганцев и жителей области в новое комфортабельное здание по адресу 1 мая 21/1. 45 направлений медицины. Звоните 48 58 20. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Валерия Горных. Компания «Кургансельстрой» сдала очередной дом в жилом комплексе «Радуга» в 4-м микрорайоне Заозерного. Успевайте приобрести готовые квартиры. Возможно оформление по ипотеке или в рассрочку. Телефон отдела продаж 55 00 29. Свою мечту осуществи, квартиру в «Радуге» купи. Спонсор прогноза погоды – многопрофильный медицинский центр здоровья. Офтальмологи центра здоровья проводят лечение глаукомы, вторичной катаракты, отслойки и дистрофии сетчатки, лазерная хирургия. Сохраните зрение на долгие годы. Телефон 48 58 20. А теперь о прогнозе синоптиков.
среду на Урал нагрянет циклонический вихрь с западом, откуда потянутся более плотные поля облачности, переходящие в дождевое состояние. В Тюмени 18-20, в Екатеринбурге 17-19, в Челябинске 19-21, небольшие дожди. В Кургане переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду, температура воздуха 7-9. Днем в Кургане облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 18-20. Атмосферное давление будет падать. 27 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.